Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. И наш следующий матч — это бой за титул чемпиона независимой федерации рестлинга Державного Месте. Ну что ж, дорогие друзья, бой за пояс чемпиона НФР в тяжелом весе мы сейчас с вами увидим. Да, и участники этого матча всем известны уже, ни для кого не секрет. Это первый участник — Владимир Кулаков, бывший чемпион НФР, хардкорный чемпион. Позднее, как вы знаете, этот пояс был упразднен. Владимир Кулаков ушел непобежденным, этот пояс достался ему на вечное хранение. И в очередной раз Владимир Кулаков предпринимает попытку завоевать главный чемпионский пояс независимой федерации рестлинга, пояс в тяжелом весе. Быстрый, сильный, техничный, бескомпромиссный борец, очень жесткий, как в принципе и полагается любому борцу, выходящему на ринг. Огромное количество поклонников и фанатов у Владимира Кулакова. Своим трудом он заработал уважение фанатов рестлинга, что не может не радовать. Человек знает, что такое уважение на ринге, человек знает, что такое уважение вне ринга. В общем, цитируя классика в одном замечательном фильме, молодец! Просто парень работает, парень вкалывает на ринге, парень вкалывает в качалке. Одним словом, я думаю, что этот человек заслуживает того, чтобы отобрать у Антона Дерябина, который сейчас на ваших экранах, пояс чемпиона в тяжелом весе. Да, почему бы и нет? В конце концов, Владимир Кулаков из всех рестлеров, которые сегодня активно выступают в независимой федерации рестлинга, Владимир Кулаков пришел в НФР аж в 2003 году. Так что по времени это фактически, можно сказать, ветеран НФР. Самый долго выступающий рестлер из всех, кто сейчас зависит от федерации рестлинга. На ваших экранах народный чемпион Антон Дерябин. Вы знаете, я уже сбился со счета, он пятикратный или шестикратный чемпион НФР. В общем, многократный чемпион НФР. Народный чемпион Антон Дерябин в очередной раз будет защищать чемпионский титул против соперника, который ему вполне известен. Это не первая встреча Антона Дерябина и Владимира Кулакова на ринге. У них были обычные матчи, были хардкорные матчи. Раз, 170 сантиметров, вес 90 килограмм, чемпион независимой федерации рестлинга в тяжелом весе, защищающий сегодня свой титул, народный чемпион Антон Дерябин! Ну что ж, все бойцы официально представлены. Да, я говорил, что это не первая встреча на ринге Владимира и Антона. Знают они друг друга как облупленные. Каждый из борцов знает, на что способен его оппонент.
Но я все-таки надеюсь, что сегодня они и друг другу, и всем фанатам преподнесут сюрпризы. Может быть, они сделают что-то, что от них никто не ждет. Посмотрим, увидим. Все! Итак, Антон Дерябин против Владимира Кулакова. На кону стоит пояс чемпиона НФР в тяжелом весе. Очередная попытка Владимира Кулакова стать чемпионом НФР. Это то, о чем я говорил в самом начале. И Антон, и Владимир знают, что такое уважение. Знают, что такое уважение в этом спорте. Это очень-очень важно. Сразу же хедлок. Среверсировал Антон Дерябин. Теперь реверсирует и Владимир Кулаков. Тут же реверсирует Антон Дерябин. Буквально секунды не прошло. Да. В этом небольшом таком микропоединке пока победа на стороне Владимира Кулакова. Сразу Владимир Кулаков проходит в ноги. Попытка удержания, но нет. Снова хедлок. Попытка реверса в удержании, но даже, по-моему, до двух не успел рефери отстучать. И снова хедлок. Кулаков извивается просто как змея. Хедлок тейкдаун. Через бедро он бросает все 120 килограмм. Все чемпионские 120 килограмм. И снова. Такая небольшая победа в этой микросхватке на стороне Кулакова. Да, вот вам, ребята. На 22 сантиметра он ниже Антона Дерябина. Так, сколько? 120. Минус 90. На 30 килограмм он легче. И вот все равно пока... Владимир Кулаков несколько раз Антона Дерябина, конечно. Попытка немецкого броска. Неслабо приложил. Запуск! Промах! Отличнейший клоузлайн! И не менее роскошным клоузлайном отвечает в ответ Антон Дерябин. И снова клоузлайн от Кулакова. Промах! Здесь промахивается уже ударом ноги Владимир Кулаков. Да, видите, Антону Дерябину нужна передышка. Я напоминаю, что это матч по стандартным правилам. До отсчета трех, до сдачи от болевого приема. Или же до того момента, как кто-то из соперников не сможет продолжать бой. Ну и до отсчета 10 будет дисквалификация. А пояс, как вы знаете, по дисквалификации не передается, поэтому Владимиру Кулакову нужна чистая победа в этом матче. Так, решили борцы помериться силами, но нет, сразу Владимир Кулаков. Входит на вейстлок. И все, пошла в ход ударная техника. Начинает Антон Дерябин прессовать Владимира Кулакова. Гоняет его из угла в угол. Чем ответит Кулаков? Да, вот первый раз получилось увернуться, второй раз нет, догнал его Антон.
Отличный реверс! Хорошо, сейчас ногой прилетело Антону Дерябину куда-то даже по загривку. И думал, что будет бэкдроп. Нет, на самом деле фронтальный бросок. Обычный раз, два. Нет, вырывается Владимир. Да, большой башмак, он же Биг Бут. Что? Сплэш! Разбегается Антон! Да, есть! 120-килограммовый сплэш! Раз, два! Вырывается Владимир. Да, Ася, вот сейчас преимущество полностью на стороне Антона Дерябина. Начал он по полной программе использовать разницу в росте и весе. Но ненадолго! Отличная Харинкарана! И Харинкарана с места! Да, отлично, отлично, Антон! И Владимир! Ой-ой-ой-ой-ой! Отлично, Антон решил и вовремя, что нужно вот сейчас за рингом передохнуть, а Владимиру сейчас с этим суицидальным броском очень-очень не повезло. Там очень хорошо поймал его Антон Дерябин и просто обрушил на ринг. Боковые ножницы. И со второго раза все-таки суицидальным броском прибивает Владимир Кулаков Антона Дерябина к полу. Судья продолжает отсчет. Надо до отсчета 10 вернуться на ринг. Ой-ой-ой, посмотрите, кровь пошла. Кровь пошла у Антона Дерябина, видимо. Жестко в него Владимир влетел, и не менее жестко Антон приземлился. Удержание, вырывается окровавленный Дерябин и... И болевой от Владимира Кулакова. Кроссфейс, старый добрый кроссфейс. Антон пытается дотянуться до канатов. Антону, правда, не очень повезло, потому что Владимир держит его прямо посередине. Поэтому, что одинаково дотянуться ногой, что одинаково дотянуться рукой. Но, посмотрите, Антон Дерябин смог просто оттолкнуть Кулакова, и тому пришлось прервать этот болевой захват. Какие жесткие пощечины! И, кстати, вы не думаете, что удары Антона сильнее, чем эти пощечины? Я знаю, рука у Владимира тяжелая. Если уж даже пощечины влепит, влепит как следует. Слава богу, знаю не понаслышке. Снова Антон Дерябин осыпает градом удара Владимир Кулакова. Биг Бут прямо в челюсть. Блок колена. А мы клоузлайн с разворота. Отличная комбо от Антона Дерябина. Раз, два, нет! Практически на 2,9 вырывается Владимир Кулаков. Бомба! Снова нет. Пожалуйста. Нет, Антон, не проси. Ни судью,
ни Господа Бога, никого не надо просить. Просить надо себя. Хочешь победить? Сделай все, чтобы победить. Антон говорит, что сейчас будет его коронный прием, карусель удачи. Сейчас он решил ему добить Владимира Кулакова. Суперкик! Да, вместо карусели удачи Владимир Кулаков проводит свой один из своих коронных приемов. Суперкик в голову. И что? Гарпун? Нет, ловит Кулакова Антон Дерябин. Карусель удачи. Со второго раза он ее все-таки проводит. Раз, два, три. Ха-ха. Вот это да. После коронного приема Антона Дерябина карусель удачи Владимир Кулаков совершает маленькое чудо. И практически на 2,9 вырывается. Продолжается этот бой. Антон Дерябин против Владимира Кулакова. На кону стоит пояс чемпиона НФР в тяжелом весе. Бой по классическим правилам. Еще одну карусель хочет Антон Дерябин. Нет! Реверсирует Владимир и немецкий суплекс! Вот так вот Владимир Кулаков отправляет в полет 120 килограмм Антона Дерябина. И дропкик в угол. Четко в голову прилетает Антону Дерябину. Антон Дерябин поплыл окончательно. Инициатива полностью в руках Владимира Кулакова. Удержание. Но посмотрите, из последних сил Антон Дерябин уже на ногах. Блокирует он! Суперкик и с места проводит карусель удачи. Без запуска, сразу с места. Раз, два, нет! Теперь Владимир Кулаков совершает маленькое чудо. Вырывается после второй карусели удачи. Суперкик из ниоткуда. Судья начинает отсчет до 10. До отсчета 10 нужно подняться хотя бы одному из участников этого матча, тогда бой будет продолжен. А по большому счету подняться нужно и тому, и другому. Потому что отсчет будет продолжен в любом случае. Кто поднимется, тот победитель. Не поднимется, тот дисквалифицирован. Но пояс по дисквалификации не передается. Поэтому Владимир Кулаков сейчас очень-очень сильно заинтересован, чтобы до отчета 10 Дерябин поднялся. Тот, конечно, попытался это сделать, но сразу же рухнул обратно на пол, на ринг, извините, без сил. Владимир Кулаков на канатах. Тут же находит в себе силы Антон Дерябин. Поднимается он на ноги. Просто запрессовал он сейчас. Замочил он сейчас Владимира Кулакова. И... суперплекс третьего каната. Удержание. Раз, два. Нет. Врывается Владимир Кулаков. Да, сумасшедший матч мы с вами смотрим. Действительно, чемпионский бой. Фолловей слэм. Да, если бы вот не первый канат, Кулаков бы сейчас по инерции просто в зрители улетел с ринга. Снова удержание и снова вырывается Владимир.
Пайлдрайвер. Раз, два. Снова вырывается кулаком. Да это фантастика. Суперплекс. Две карусели удачи. Пайлдрайвер. Еще одна карусель удачи. Раз, два. Вся. Да. Просто закончились силы у Владимира Кулакова. Он вырвался из двух карусель удачи. После. Он вырвался после суперплекса. Он вырвался после пэкэдж пайлдрайвера. Но после третьей карусели удачи сил уже не осталось. Антон Дерябин сохраняет у себя пояс чемпиона НФР в тяжелом весе. Да, расстроены фанаты Владимира Кулакова, он так был близок к победе, но все-таки Антон смог удержать у себя чемпионский пояс. Ценой неимоверных титанических усилий. Но Владимир Кулаков в очередной раз показал себя стойким бойцом, техничным бойцом, бескомпромиссным, которому сегодня, ну, просто не повезло. Сегодня чуть-чуть на какую-то самую капельку, но Антон Дерябин оказался сильнее. Да, и благодарить сейчас Антон Владимира Кулакова за бой, и в ответ тоже Владимир благодарить Антона за этот чемпионский матч. Да, абсолютно честно и заслуженно победил Антон Дерябин. Владимиру Кулакову чуть-чуть не хватило. Да, ребята, вот это называется уважение. Антон Дерябин принимает поздравления от своих фанатов. Фанаты Кулакова, конечно, расстроены. Так, что такое, что происходит? Звучит музыка Славы Нискубина! Вот, собственно говоря, и сам Слава со стулом. В довольно ироничной манере поздравляет он своего бывшего друга и напарника с этой победой. Вы помните, что Слава предал Антона. Ну и, в общем, бывшие друзья поссорились. Ну что, пояс против стула? Давай, бей. Давай, бей, вот сюда, говорит Слава, бей. И не видит, что сзади стоит Владимир Кулаков. Суперкик! Как сейчас у Нискубина челюсть не вылетела, я не знаю. Но звук был такой, что она просто улететь оттуда изо рта должна была быть. Слава умудрился в свое время и Владимиру Кулакову насолить. Он ему помешал в одном из его матчей против Антона, недавнем матче. Ну и... ну и нога Владимира Кулакова все-таки попала Славе в челюсть, как и должно было быть. Все-таки Владимир смог Славу достать и отомстить. И вообще выбрасывать с ринга. Да, судя по лицу Славы, затаил он теперь злости на Вову. Да, показывает, я еще на тебя наберусь.
что ж, теперь Владимиру Кулакову, я думаю, стоит быть еще более осмотрительным. Не только на ринге, но и вне ринга. Не ровен час, не Скубин его достанет. Ну, а пока что Антон празднует победу. Ну и благодарит в очередной раз Владимира Кулакова и за матч, и за то, что тот помог разобраться со Славой. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой он был чемпионский бой. Антон Дерябин все еще чемпион НФР.